Добрый вечер, мои дорогие подписчики и гости канала. Мы на вечерней прогулке с Ларри. Приглашаем вас всех с нами. Дальше тишина, природа. Смотрим, любуемся, наблюдаем. Кому интересно, пойдемте с нами. Наумник. Привет. Ну, пойдем. Засиделся уже Ларри, просился. И вот решилась на прогулку вечернюю. Сначала старый сад. Старый сад. И с нами шагомер. Посмотрим, сколько сегодня. Но я сегодня планирую меньше гулять. В прошлый раз почти 10 тысяч шагов, но не хватило. Сегодня, наверное, тоже не хватит. Потому что уже 8:00. Уже, наверное, 7:30. Вот. Когда началась наша прогулочка? Вот какие желтенькие ромашечки. Какая красота! Я так люблю полевые колокольчики. Веди нас, Ларри. Ларри, там же, по-моему, муравейник. Вот так вот они обрастают. А может и нет. Наверное, нет. Просто трава. Красивая. И еще колокольчики. И еще. Я думала, вот такие цветы, я не помню, как они называются. Я думала, они только белые на улице бывают, растут. Я покупала себе такие голубые, розовые и белые. А тут на тебе. Такой же розовый и здесь. Вот еще какая-то колючка. А нет, но пушистая. Я думала, колючая. Как красиво цветет какой цвет. Что-то Ларри так прислушивается. Присматривается. Вот тут мы отдыхаем. Здесь удобно сидеть. Прямо на земле яблоки. Веточка лежит и растет, и плодоносит. Вот эта сила меня и восхищает. Живи, старый сад. Вот эта трава очень красивая. Осенью, зимой
будем ее снимать не один раз. Вот она уже колосится. Эти пушистики так и останутся и будут долго радовать нас. Такой высокий берег. Как сюда залезть? О, Ларя встречает нас. Мы должны взять эту вершину тоже. Ну, раз с дороги поднялась, значит, и тут должна. А тут вообще легко. А это что такое? Мухоморчик засушенный. Вот еще какая-то поганочка. Это хороший признак. Сегодня разведка. Если что, будем ходить за грибами. Вон там какие-то я уже вижу. Вот даже это если мухоморы, то это хорошо. Что-то растет. Угу. Пройдемся по краешку леса. Какая тишина. В лес, и тут же я вижу вон что. Не знаю, правда, что это еще, но это очень красиво. Так, вот это мухомор. Фу, вот это тоже мухомор. Ну и те тоже, но красивые, похожие на грибочки. Я их как увидела, прям сердце растревожилось. Ну, увы. Ну, в общем, поганки есть. Вот еще одна поганочка. А может, и не поганочка. Надо, наверное, проверять. А бабочка. Вот первый гриб. Здравствуй. Здравствуй, гриб. Ну, в смысле, съедобный. Ларри качается, комаров давит. Комаров тут в лесу добавилось. Там вообще их не было. В поле. Хоть и ветра нету вроде. Мама, Ларри. За морду его кусают во все миры. За спину. Ой. Может, напрасно ты полинял, Ларри. Прокусывают комары теперь.
сильно искать не будем, потому как поздно. И пока и надежды особой нету. Давай быстренько бегай, потому что съедят. Пойдем быстрее. А грибочек так пахнет. Хорошо. Я все несу его в руке. Не прячу. Говорят, под дубочками грибы нынче есть. Но под этими дубочками нет. Тут еще дуб, дубок. Нет ничего. И поганки закончились. Ну и ходим, смотрим. Кто-то покопал. Животные ходят. Вообще, по-моему, у нас уже много животных. Но грибов нету. Я имею в виду даже поганки. Ничего. Ничего. Идемте дальше. Прогуляемся до березового леса. Где бегает далеко-далеко. Посмотрела свой шагомер. 4200. Так что шаги добавляются.
жарко, Ларри. Довольно тепло. Нет ветра вообще. Ой, смотрите, какая перед нами. Ой, забыла, как называется. Муравейник. Муравейник. А кто это? Специально ему палочки-то кто-то положил. Могли же муравьи принести такие березки себе. Еще ползает. Еще жизнь кипит, спать не легли. И мы вот тоже гуляем. Еще немножко погуляем. Какой дуб. Сосны такие большие. И между ними такой маленький дуб. Дуб-дубок. Сегодня необычайная тишина в лесу. Вот, птичка только слегка-слегка. А так ничего не шумит. Только деревня слышна. Работают люди еще. Что-то гудит. И немножко птичка одна. А так тишина. Птички к этой угости. Солнышко еще высоко. Еще не вот-вот потемнеет. Тут были лисички, по всей вероятности. Все разгребено. Ну да, вот что пооставалось после сбора урожая. Немножко оставили. Очень тщательно кто-то выбирал. Все пережито. Я, конечно, вечером вряд ли я что-нибудь увижу. Просто гуляем, если случайно только. Кто это к нам пришел? Такой красивый. Какие места интересные есть в лесу. Это, наверное, когда в деревне стройка была большая. Брали, наверное, здесь песок. Да я так думаю. И вот в лесу такие ямы, в которых уже выросли большие деревья. Ничем не отличается от другого леса. Они не отличаются.
тут дятел работает. Ну, как-то тихо. Я еле слышу. Тук-тук-тук-тук. Тихо. Этот лес тоже, наверное, же садили. Это сейчас он как-то растет, как лес. А вот осталось, смотрите. 4 штучки березки в рядочек сидят. Конечно, садили. Он же такими участками. Вот тут сосновый, потом березовым, потом еще какой-нибудь. Они отличаются все друг от друга. Можно пройти час и увидеть разные. Разный лес, меняющийся несколько раз. Еще даже есть елочки. Хоть и дожди, но не особо-то живой. Мох обычно такой живой, красочный. А это так себе. Еще на следующей неделе есть по прогнозу дожди. А потом я слышала предположение, что август будет опять знойный, сухой. В общем, погода такая себе непривычная. Ни нам, ни растениям. Вот растет какая-то поганка. Мухоморчик. Ну, растет. Наконец-то. Звала, звала, не видать было вообще. Но явился, не запылился. Я уже буду каждую поганку снимать. Ну, это бабочка старая. А может и нет. Ой. Деревце. Какое маленькое. А бабочка старая. Старая уже мягкая. Пахнет. Но я не буду ее брать. Рябинка. Это рябина. Вот такая травка. Травушка-муравушка. А вырастет, будет деревца. Сердце мое заколотало. Пойдемте смотреть, что я там нашла. А ничего я не нашла. Это просто кора. А я думала, гриб. Да-да-да, такой обман. Зрение. Думала, точно настоящее, очень похоже было. Нет, не сегодня. Не сегодня. Здесь есть грибы, когда вообще уже грибное время, когда они везде есть. Тогда и я тут что-нибудь нахожу. А так вообще я здесь не знаю грибных мест. Ну, мы сюда с Ларри ходим, тут я уже знаю лес. Это близко возле дома. А в настоящий лес я вообще ни разу не ходила за грибами. Мы просто гуляем. И в грибное время собираем грибы. Все-таки собираем. Даже консервирую и сушу.
все что-то нюхает. Конечно, тут много кто ходил. И звери, и собаки, может, с хозяевами, за грибами. Вот они, наши две сосны. Одна большая, одна маленькая. Я уже их снимала. Как так получилось? Она прямо обвелась вокруг нее. Это же сосна. Как она могла так обвиваться? Чудо чудное.
Ларри ждет нас на выходе. А это что? Это очередная бабочка. Тоже старая. По виду старая, а так вроде и твердая. Нет, червивая. Получается, что к некоторым я опоздала, а остальные еще и не выросли. Ой, смотрите, солнышко как просвечивается через сосновый лес. Яркое. Завтра будет жарко. Завтра у меня выходной. Работа в огороде. Но снимать я уже, наверное, не буду. Есть причины, о которых я расскажу зимой. Уже заканчивается батарейка очередная. Что-то плохо они держат. Так что буду прощаться с вами до следующих встреч. Я буду еще снимать. Всего вам доброго. Доброго вечера, доброго дня, спокойной ночи, мирного неба. И до следующей встречи, до следующих встреч, до следующих прогулок. Пусть всегда будет солнце. Смотрите, какое оно прекрасное. Выходим в поле. Тут лужи. Это Ларик бегал пить, наверное. Тут же что-то скошено. Кукурузы, море. Да, он гуляет по луже. Отсюда он от нас убежал. А вон оно, солнышко. Над лесом. Висит. Красивое. Ларик куда-то в другую сторону пошел. Давайте сегодня по вот этой дороге пройдем. Тут мы давно не ходили. Ой, как оно хорошо. Солнце красивое. Конечно, камера его так не снимет, как на самом деле. Но оно такое прям очень красивое. Ой, заслепило меня. Пройдемся по этой дорожке. Там впереди кирпичный завод. Ну, когда-то был. Очень давно. До перестройки. После перестройки все порушилось, по-моему. Ну, и мы были там, ну, может, уже лет 5 назад с детьми. Они такие маленькие еще были. Мы ходили, гуляли, восхищались. Еще печь была почти целая. Там уже все развалилось, уже опасно ходить. Ну, там такие постройки прям солидные были. Вон Ларри начал меня искать. А он меня вообще видел или нет? Видел. Он видит и поворачивает голову сюда. Видел, конечно, сразу поворачивает. Наискосок почему-то не бежал. Любит по дорожкам гулять. Пойдем спокойно по дорожке. Привет!
и подсолнухи. А у меня там такие маленькие, 10 сантиметров. Уже когда дожди эти последние шли. Ой, за деревьями, может, оно получится интереснее. Сейчас фото сделаю. Впереди последняя лужа, по-моему. Вечер такой прекрасный. Надо днем сюда прийти. Смотрите, подсолнухи, это такое чудо. Столько солнышек тут. Так, не видно. Обязательно придем когда-нибудь днем. Как спешит домой Ларик. Все, мы с Ларри благополучно дома. Сейчас посмотрим, сколько шагов мы нашагали. Вот моя пахучая. У меня такое впечатление, что тут у меня уже сухо. 21-31 шаги. Ой, надо еще прошагать 2 шага. Без 2 шагов 11 тысяч. Нормально. Я не ожидала, что я 10 смогу пройти. О, это оно подумало, еще добавило. 11.77. Вот такой итог прогулочки. Приятно и с полезным. Как пахнет в саду. Пахучие лилии очень люблю. Доброго вечера, спокойной ночи. И до новых прогулок. Не забывайте к нам на прогулку присоединяться. Пока-пока.